Всем привет! Ребята, вы были на канал Даниэль Боеволк, и у нас зима! Наконец-то выпал снег 100 лет. А еще мы сегодня сидим в школе, народ, всем привет, с вами, как всегда, Дмитрий Лебабасович, с вами Близкотиков. Аплодисменты, спасибо. Народ, сегодня мы сидим, короче, в школе, я вот так просто прощу взгляд. И зима, у нас зима. У нас настоящая зима. Смотрите, Даринка, короче, нарисовала сердечко, а я решила добавить, типа, ДБ, типа, Даниэль Боеволк. Вот, написала влог. И смотрите, ребята, это лайк, это колокольчик, это подписка. Поэтому вы должны это все сделать. Лайк, колокольчик. А это подписка. Я написал Валентине Ивановне. Это и будет любовное послание. Он просто жопу подлизывает, всем поднимает. Да, все. Да. Это любовное послание моему любимому учителю Валентине Ивановне. Нет, ты в жопу иди, это от нас от всех. Валентина Ивановна, которая сейчас смотрит это видео. Валентина Ивановна, это сделал я. Что? Это мы с Аней сделали, он поговорил. Спорим на сотку с тобой, давай. А знаешь то, что я это снимал? И отправил это Валентине Ивановне, спорим? Все, да. Боже, какой подлиз. Говна поела? Подлиз. Говна поела? Поела говна, я спрашиваю. Дай сказать, но я хочу послание Валентине Ивановне. Валентина Ивановна, вы когда... Короче, Валентина Ивановна, Давай. Дима сказал, что фигня. Тихо. Валентина Ивановна, вы сейчас смотрите это видео. Мы вас очень сильно любим и желаем вам зимы вас. Да. Сделаем зиму вас, мы вас любим. Так, ну вот это мы, короче, разрушаем. Ну ты дал! Дурак! Не разрушай то! То мое. Да какая разница твоя? Ну ты дурак! Ты что? Ты тупая, я чуть ли телефон не уронил. Ты дурак? Блин, ты дурак? Ты вообще дурак, блин. Я тебе сейчас сколько? Я сейчас втащу тебя с Дариной. А зато у нас нет. Ты понял меня, спрашивай? Понял меня? Скотина. Ты что, ненормально? Уйди отсюда, правильно? Иди. Боже, Дима, ты реально дебил. Ну зачем ты это сделал? Захотелось. Ты не любишь наших подписчиков. Не, подписчиков я люблю, я вас не люблю. Иди нахер. Иди нахрен. Иди нахрен. Иди нахрен. Тихо. О, короче, ребята, я нарисовала новое сердечко. Тихо, народ, пошлите, да, потому что тут свет плохой. Да, давайте. Народ, вот теперь знаете, как нам снимать? Вот они без перчаток, а я умный, я перчатки думал, что я делал. Без тебя так холодно. Ребята, зацените. Это было, это надурил, надуриловка. Ладно, пошутил я. Некрасиво. Да ладно, пошутила я. Ой. Короче, народ, давайте я скажу сегодня, как мы снимаем. Короче, Аня. Ребята, мы снимаем сегодня. Короче, мы придумали про себя факты. Ну, как придумали? Есть там и правда, и есть там ложь. И мы должны угадать, что правда, а что ложь. Давайте, я первый начну. Про себя. Достаем. Достаем смартфон. Мне холодно. Хотя, чтобы вы понимали, ребят, я одела, посмотрите. А я просто капронки, штаны. У меня, блин. Вот тут, блин, не поднимается, но, чтобы вы понимали, я одела сначала стельки, потом колготы плотные, потом капроновые колготы, лосинки, еще длинные носки сверху. Короче, давайте начнем с вопросиков. Давайте. Первый вопрос. Я лежал в больнице с переломом спины. Правда? Нет. Почему? Это ложь. Молодец, Дарина правильно сказала, это ложь. Почему лошадь. Ты что, он не лежал? Я он не лежал. Поехал, я просто... приехал домой, на следующий день пошел гулять. Да. Боже, короче, народ, ну я вроде рассказывал за себя 150 тысяч раз, если нет, то посмотрите какой-то из предыдущих вот видео. Вот так вот пальчик себе развинаешь, типа, то что ты угадала. Ну, правда. Да. Ну. Народ, короче, я еще раз я скажу, что будет дальше. Кто угадает меньше всего, ну, у кого будет самое больше плюсов, точнее, минусов. Нет, минусов мы того скинем. Да, у кого больше нет, мы же закидаем сюда. Да. А еще в этом видео, ребята, спойлер небольшой. В этом видео кого-то мы можем кинуть два раза в сугроб. Или один раз, который просто не в чем виноват. Да. Она 100% кинет меня, я больше уверена. Нет. Почему? Так, давайте, второй вопрос. Ты мне обещала еще давно. Давай, второй вопрос. Я дома жил сам? Сам, один месяц. Нет, сейчас Дарина. Да нет, давайте уже все сразу вопросы скажем. Я дома жил сам целый месяц. Правда. Аня? Дарина, молодец. Идите в жопу! Я не 100% встречаюсь. Саня, встаньте сюда. Вы понимаете, не 100% встречаться. Она не может знать так много всего. Почему? Мы потому что гуляем очень часто и все. Гуляем. Нет, вместе. Молодец, у Дарины получается 2 плюса, у Ани пока 0 плюсиков. Давайте, теперь очень хороший вопрос. Я играл за футбольный клуб Барселона. Испанский клуб. Аня? Ложь. Мне тоже кажется, что ложь. Это правда? Правда. Да, ну, он врет. Серьезно играл? Когда? Реально. Нет, ты врешь. На турнире было. В Болгарии. Когда мы ездили, когда я... Когда это мы... было? А?
круто это было. А сейчас у нас январь, февраль, март, апрель, май, июнь, август. Это было летом. Летом мы были в лагере. А тебе почему то, что у меня 15 тысяч дней? Ладно, это ложь. Молодцы, молодцы. Плюсик один. У Дарины 3 плюсика, а у Ани 1 плюсик. Мы только начали. О, хороший вопрос. Я был помолвлен на девушке. Сейчас скажу, ребята, помолвлен — это тот, на который родители сказали, типа, то, что они дали добро на то, что ты выходишь, то, что ты женишься, если мальчик. Это... Дарина! Нет, правда или ложь? Говори, правда или ложь. Ложь. Правда. Ну, женишься, разве такое... А ну мама, типа, дала разу согласие, чтобы он поженился. Встречался, а не женился. Это ложь, правда. У Дарины. У Дарины 4 плюска, у Ани 1. И еще следующий вопрос, последний. Я раньше был нетрадиционной ориентацией. То есть я люблю мальчиков. Это ложь. Конечно, правда. Да ладно, это ложь. Это правда. Поэтому он меня очень сильно любил, потому что я мальчик. Я ее не любил, она врется. Короче, это да. Все. Да, у Ани получается 2 плюсика, у Дарины 5 плюсиков. Так. Пишу и у. Так, сейчас Анька. Иди снимай. А, типа ты еще будешь снимать? Я не знаю. Давайте меняться потом, когда будут вопросы, я читать, я буду. Давай, Анька, читай вопросики свои. Оу, oh, yeah. Да, а, камеру сделать? Давай, камеру, да. Алло. О, хрустит, так у меня нет перчатки. А чё так темно? Это потому что яркость плохая. А, давай. Чё, я-то думаю. У тебя яркость плохая на телефоне сейчас стоит? Я не знаю. Ладно, потом посмотрим. Давай. У меня когда-то сбежал кот. Правда. Правда. Я буду говорить Шреку, что он будет все ответы за мной повторять. Да. Да, это правда. Плюсики. 6 плюсиков, у меня 1. А нет, подожди, у тебя сколько плюсиков? 6. Да. А у меня 1. Нет, подождите, а так получается нечестно. Честно, потом же сейчас. Да, потом, да. Все честно, тихо. 1. Меня чуть не сбила машина. И, ну, и неважно в каком возрасте. Ну, типа, именно... Ложь. Правда. Дариночка, плюсик себе. Конечно, знаешь, сколько раз... Знаешь, сколько меня раз чуть ли не сбивала машина? Я помню, даже когда я с мамой проходила, короче, на светофоре, мы, ну, по зеленому, и машина так вот сзади моей спины проехала. И ребята, мы идем, думаете, я перебегаю меня... через машину, это а она говорит, дебилка. Вдвоем, подбежала. Короче, я говорю, ты куда бежишь, дура? А она перебегает, там, ну, 3 секунды осталось, и я за ней там побежала. Машина прям ехала. А ты знаешь, что меня сбивала машина? Автобус. На велосипеде, да? Нет, не велосипеде. Нет? А с кем-то было? Автобус? Кто мне так? А, да. Это этот. Четвертый автобус. Нехабов мне рассказывал. Вот тут недалеко проходил, да, маленький был. Проходил и меня на спешком на переходе сбил. По-моему, да, я рассказывал. Да, рассказывал, рассказывал. Давай. Так, ой. Так, у Дрины 7, у меня 1. Да. Я ненавижу оливки. Говори. Фонарик, включи на Диму нам просто. Я просто... Ты... Это правда, это правда. Ты не любишь оливки. Я не помню, а маслины или оливки, что это, как они этот. А оливки, они зеленые, маслины, они черные. А, не, не любишь. Она, ты, нет, ну да. Ну, в общем, ты черные любишь, да. А зеленые нет. Черные. Я не люблю и зеленые, и черные. Да? Блин, у вас минус. 7-1, так и осталось. Я когда-то играла в Brawl Stars. Правда. Это ладно, плюсики, это было слишком легко. 8-3. Да, я пью дома кофе больше, чем чай. Ложь. Ложь. Да не повторяй за мной, говори. Говори вторая, потому что... Ложь, это ложь. Это ложь. Это ложь. Хорошо. 4, вы не угадали. 9. Давай. Вы не угадали, говорим. А, не угадали? Кофе пьешь дома? Шутка, да. Ты что, дурочка? 4-9. Так, в садике меня ударила воспитательница. Правда. Правда. Ложь. Ложь. Блин. Я думала сказать ложь, но что-то... 4-9, так и осталось. Да. Я любила двух парней одновременно. Правда. Правда. Ложь. Что ты рассказываешь? Стереть. Это правда, это что ложь. Ты чешешь. Правда, правда. Это ложь. С кем? Хорошо. Кого? Не буду говорить. Нельзя. Говори. Нет. 4-9. Снимай Диму. Снимай. 4-9. 4-9. Я не знаю, что Данушка там сказала. Это она внушка, потому что она нельзя. Это секретная информация. Она любит 40-летних мужиков. Ты дурочка? 50-летних. Она любит папиков. Нет. В смысле? Ты какой? Ну, первый тот, который... Нет, я его, ну, не любила никогда. В смысле? А что ты с ним встречалась? Это не встречание было.
Это, ну, типа... А, ну, типа, она с ним встречалась? Я тебе потом расскажу, из-за чего это все произошло. Только напомни мне. 4-9. Все? Да. Я... И тем более второго я не люблю. Давай, хорошо, все поняли. В садике так. Я дико извиняюсь, смотрите. Я целовала засос с девочкой. Правда. Правда. 10-5. Я знаю, это правда. Это 10-5. Ложь. Это правда, это врет она все, засос. Ладно, это правда. 10-5. Давай, следующий. Все, теперь Дарида. А, все? Да. Я у меня сколько? У меня 9 уже, сколько или я прочитала. Держи. Нет, 10. Да, быстрее, потому что я еще... 10-5. Интересно, почему? 10-5. А у тебя сейчас сколько? А у меня 2. 1. Так, давайте, тихонечко. Трендишь на меня. Хорошо, 2. Первое. У меня дома сейчас стоит 3 елки. Ложь. Правда. Ага, да. Я отвечаю, в моей комнате, на кухне и в зале. В натуре? В натуре. У меня и на кухне стоят очень маленькие елочки. 5-2. 5-2, так осталось. Я делала 3 заказа одновременно с разных, ну, типа с разных магазинов. Правда. 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 6-2. Я целовалась... 3. 6-3, да. 6-3. Я целовалась с парнем, когда он был в отношениях. Правда. 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 7-3. 7-4. Я целовалась с парнем, когда я была в отношениях. Ложь. Правда. Это ложь. С кем? Ложь. Ты что? Не ложь. 8-3. 8-4. 8-4. Меня этой зимой кидали в сугроб. Ложь. Правда. Одну секунду, дай скажу кое-что. Стой, аккуратно только. Идем. Один. Да ну, а, нет. Я не за сугроб вообще. Ну, быстрее. Переиграла и уничтожила. Дима, у тебя минус. Переиграла и уничтожила. Ой, господи, осторожно меня не сбить. Холодно, без тебя так холодно. Встать хочу. Холодно, без тебя так холодно. Короче, ребята, вот такой интересный влог мы засняли. Нет! Да. Это еще не все. Подписывайтесь на канал, нет, ставьте Дима, лайки. Нет, тихо, подожди, нет. Это же еще не все. А мне остальное не интересно. Нет. Аня, возьми телефон. И возьми фонарик. Мне еще на трешу ехать, я же тебя сейчас забью ногами. А, нет, все. Тебе вахлы. Паша, Дим, пожалуйста. Нет, я прошу, очень быть холодно. Я уже завершу. Ребят, всем Ребята, пока. Пошлите. Мы вас всех очень сильно любим. Стой, ты куда я собрался кидать? Короче, ребята, стой. Короче, ребята... Блин, тихо, не снимай это! Тихо, сейчас я надо мной вдвоем. Нет, пожалуйста. Дим, пожалуйста. Тихо. Мне очень холодно. Тихо. Дим. Снимаешь, Ань? Да. Вот это иди получится. Все, Дим. Это все, Дим. Так, а теперь последнее. Блин, я ее не кинул, давайте короче. Давайте все вместе втроем ляжем, чтобы ребята могли... Ну, гоньте. Дед, мне еще на тренировку ехать не будет. Ну, пожалуйста, Дим. Нет. На рук не чувствую, все. Дим, пожалуйста. Все, на рук не чувствует. Стоп. Мы поехали лечиться от отморожения. Ребята, мы очень сильно любим. Ставьте лайку, подписочку. Колокольчики нажимайте. Мы очень сильно любим. Всем пока. Пока.